Дорогие наши зрители, мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Российский актер Вадим Андреев попал в страшную аварию с КамАЗом. Звезда сериала «Кадетство, молодежка» и много других катался на велосипеде по подмосковной деревне Рудины. Там у него есть дом. В какой-то момент артиста задел проезжающий мимо большой груз. Вадима Андреева буквально выкинуло с дороги. Водитель остановился и начал оказывать Вадиму Андрееву медицинскую помощь, после чего решил вызвать скорую помощь, так как Вадим Андреев начал терять сознание. После чего, по приезду скорой, врачи приняли решение о срочной госпитализации Вадима Андреева в больницу. Как говорит врач, на нем были видны тяжкие телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. За его жизнь борются наши врачи. Информации пока очень мало, так как никто ничего толком рассказать не может. Мы продолжаем следить за развитием событий и будем надеяться, что с Вадимом Андреевым все будет хорошо. А вы, друзья, ни в коем случае не забудьте подписаться на наш канал, ведь только на нашем канале каждое утро выходят самые интересные новости из жизни звезд шоу-бизнеса России. Будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.